Схожий сценарий ограблений на северо-западе столицы. Двое молодых людей решили ограбить своего собутыльника. Весь вечер выпивали с ним и незаметно похитили ключи от его квартиры. И пришли к нему в гости на следующий день. Думали, никого нет дома, но не тут-то было. В квартире оказался и их вчерашний приятель, и его мать. Испугавшись, злоумышленники брызнули им в лицо из газового баллончика, а потом убежали ни с чем. Потерпевшие тут же обратились в полицию. Спустя несколько часов подозреваемые были задержаны. Попал в квартиру, в чужую. Взяли ключи, сделали дубликат, ворвались в квартиру. Чья инициатива была? Наша. Конкретно кого? Сами додумались, вдвоем. Теперь безработные жители Московской области, одному из них 18, второму 19 лет, отправятся за решетку. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой».